И всем привет! Всем снова здравствуйте, привет! И нам нужно разделяться. Нам нужно разделяться, как слипшимся пельмешкам. Я этого не хочу, но судя по тому, что игра говорит, что надо... Надо это делать. Суть в чем? Это игра Star Wars Republic Commando, которая... выпущена 1 марта 2005 года, действия которой во временном промежутке происходят после второго эпизода. Я подтянул немножечко базу. И в которой я сейчас проколупался с настройками минут, наверное, 20. Потому что если изменить качество рельефа с низкого на какое-нибудь другое, игра просто не запускается на 10-й винде. Вот и все. А вы на канале Дзивазда, с вами я, Дзивазда, и мы продолжаем. И так, разделяемся, короче. Едем вверх. Это Дельта-38, я внутри. Молодец. Отряд Дельта прорвался на главный вражеский корабль, но битва еще не закончилась. То есть мы играем в разрешении 1024 на 768. Ваше главное задание — скачать коды запуска из компьютера на мостике корабля. Получив эти коды, мы сможем сорвать эвакуацию армии дроидов. Ваше второе задание — полностью уничтожить главный корабль. По пути на мостик каждый член отряда Дельта должен выполнить диверсию критически важных систем корабля. Этот лифт поднимет вас на уровень хранения боевых супердроидов. Проберитесь сквозь стеллажи для хранения дроидов в комнате управления и отключите ее системы. Как только вы отключите погрузчик дроидов, встретитесь с вашим отрядом и продвигайтесь к мостику. Мы рассчитываем на вас, Дельта 38. Удачи. Конец связи. Спасибо. В одиночку против всех этих дроидов. Да у них просто нет шансов. А давайте вот сейчас вот так. Опции. Графика. Ну так, поржать. Вот 1600 на 1200. Это все равно будет голимый квадратик. Ну а что делать? Ну, уже менее квадратик, чем... Я волнуюсь. Эти дроиды должно быть в режиме ожидания. Мне лучше быть осторожнее, чтобы не разбудить их. Будь здоров, Ромашка. Пардоньте. А куда дальше-то? Понятно. Туда мне точно не надо. Патроны для... Дельта 07 на связи. Я почти добрался к своей цели. Дроида пока не встречал. Дельта 40 докладывает. Я попал в небольшую перепалку с дроидами. Серьезно? Дельта 38? Прием, Дельта 38. Кажется, отряд Дельта ликвидирован. Что-то пошло не так. В одиночку против всех этих дроидов. Ха, да у них просто нет шансов. Эти дроиды должно быть в режиме ожидания. Мне лучше быть осторожнее, чтобы не разбудить их. Дельта 07 на связи. Я почти добрался к своей цели. Дроида пока не встречал. Дельта 40 докладывает. Я попал в небольшую перепалку с дроидами. Нет!
сосисочная. А что так жестко-то? Я проник в комнату управления репульсионным лифтом. Теперь взламываю систему. Молодец. А я в жопенях каких-то. Это X-Бутерахт. Дельта-40 продолжает движение к основному силовому узлу. Контрольная точка. Спасибо. Отряд, им известно о нашем присутствии. Будьте начеку. А, это не стекло! Нет! На связи Дельта-62. По-моему, я нашел впускной клапан охлаждения. Нет, погодите, это выхлопное отверстие. Это было не стекло. Ты можешь прекратить болтать, пока не найдется сказать что-то полезное. Дельта-40 взламывает основной силовой узел. Дельта-62 докладывает. Я наконец-то нашел впускной клапан охлаждения. Теперь закладываю взрывчатку. Угу. Думал, это стекло. Пошел ты в жопу. Скотина. Временем патроны на снайперскую винтовку закончились. Их осталось. Да, 10 секунд нужно подождать, чтобы оно все рвануло. Да что ты там, на бейзике что ли собираешь? Что такая ровная дырочка. Кольт, идите в комнату управления погрузочного блока. Ну поехали, это же лифт. Здравствуйте. Извините, я не к вам. Простите. Да уж, я этим дроидам не завидую. Я в комнате управления погрузочным блоком. Вас понял, Дельта-38. Загружаю им программного червя, который полностью прекратит все операции по погрузке. Найдите терминал и взломайте его. Так точно. Чё-то не прокатило по стелсу. Да. Извините. Я надеюсь, за эти 10 секунд, пока взламывается терминал, никто ко мне не зайдет с задов. Это мне случайно не бред. По-моему, я задел живое. Отлично, отряд. Второстепенные задания завершены. Встречаемся на подуровне 1157. Слушаюсь, босс. Да, без проблем. Так точно. Где это, босс? О, еще, все. Выше. На этом корабле натворили мы немало.
Это больше на базу похоже. Ну, давайте называть это краб. Пойдем. Я столкнулся с небольшой проблемой. На нас напали, сэр. У нас стычка с дроидами, босс. Сдохни, металлолом ходячий. Эх, не думай, что служба безопасности Торговой Федерации будет в восторге от нашей работы. Осторожно, Дельта. Мы помяли их корабль. Им это вряд ли понравится. Судя по этой толпе дроидов, могу сказать одно. Нас не ждали. Просто сдерживайте их. Не нужно геройствовать. Теперь, когда мы вместе, отправимся на мостик и окончательно добьем этого зверя. В смысле мы вместе? Слушаюсь, босс. Вас понял. Мы ни хрена не вместе. Ракета! Еще ракета! Это страшно, особенно когда вот так вот мало хипешков. Автобактомат. Да иди ты в жопу! Ракета! Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Не проснулся. Ну и в целом-то можно идти дальше. Да, спасибо. Сломайся. Не люблю супердроидов в этой игре. Во втором Battlefront'е они гораздо усосные. Где мой отряд? Андрей, ничего, нет. Визуальное сканирование неисправно. Извините. Отслеживается шум. А вы прикольные. Ну ладно. О. Дроидики, позвольте мне с ними разобраться, сэр. Да, конечно. Без проблем. Отличная работа, Дельта 07. Укрытие. Они возвращаются. Твою налево. Одного убрали, командир. Да, им же насрать. Музыка. Да, музыка в этой игре не вся использована от товарища нашего любимого Джона Уильямса. Об этом позаботился. Благодарю за поддержку, босс. Но некоторые вот эти вот хоральные... Хоральные... Эти... Гимны...
написаны специально на мандалорском языке. Специально для этой прекраснейшей. На нас напали, сэр! Нас приперли к стене! Там запал со взломщиком! Ликвидировать цель! Рады вас видеться! Мы соскучились за вашим неповторимым шармом. Ой, спасибо. Второстепенные задания выполнены. Ждем приказаний. Отличная работа, Дельта-38. Где-то на этом уровне есть погрузочная подстанция с лифтом, который доставит вас прямо на мостик. Так точно. За дело, Дельта. Это хороший выход. Какую... Я понимаю теперь, почему все клоны так смачно... Вперед, вперед! Мажут. Ну что, прицел? Конечно, такой себе. Ликвидировать цель. Подождите, сейчас перезаряжусь. Дело сделано. Что это такое? Это распределитель дроидов. В следующий раз попытайся не проспать инструктаж. Босс, взрывчатка, уничтожить его раз и навсегда. Давайте начнем. Вот что мне было нужно. Обеспечен нам снайперский огонь, Командос. Против меня у них нет ни единого шанса. Красиво убил. Железяки! Может, вы прикроете меня? Командир, чем ты тяжело ранен? Можно теперь я буду командиром? Да. Да, нельзя было умирать чуть попозже. Сейчас только этого не хватало. Лидеру отряда требуется помощь. Нужна помощь. Ладно, но если мне выстрелят в спину, виноваты будете вы. Ну, хорошо. Объект ликвидирован. Дельта, решить проблему с взрывчаткой. Устанавливаю заряд. Прикрытие такое себе. Назад! Люблю это. Отличная работа, отряд. Надеюсь, что в скором времени с таким мы больше не встретимся. Блин, надо теперь скачать себе. Что ваше приказание? Мелодию и просто... Или найти ее. Уничтожим Кайфа отсюда, Дельта. Подготавливаю оружие. Цель под прицелом. Взломайте мне терминал этой двери, Дельта. Так точно, сэр. Мне нужно прикрытие. Да, прикрываем. Дверь открыта. Прекратить что выполнение дроиды? Маневра, Дельта. Вражеские дроиды. Перезаряжаюсь. Используем для стрельбы вот эту позицию. Занимаю позицию. Седьмой готов к стрельбе. Попадание подтверждаю. Отлично получилось. Сдохни, дроби. Только стреляйся. Стреляю я отлично, особенно с левой руки. Осторожно, отряд. Пойдем. Насекомые, сэр. Еще и эти здесь. Вижу насекомых, Дельта. Боеприпасы закончились. Один убит. Похоже, нам придется пройти через эту дверь. Где-то здесь должен быть терминал управления. За дело, Дельта. Ну, я его нашел. Я его даже сам... Дельта 38 рай. Да какого хлеба? Взломщик был сбой. Запал ранен.
Жива, кто? Я думаю, что крепче, сэр. Ну, это сейчас тоже не добежит. Дианозианцы! Мы их уничтожим, отряд Дельта! Да. Да иду, подождите теперь, чё? А, другая кнопка. Ну же, Дельта, реанимируйте своего брата. Спасибо за помощь, Дельта. Держись, седьмой. Ничего вам доверить нельзя. Можете идти, сэр. Спасибо. Хватит хромать. Иди, прими Бакту, солдат. Направляюсь туда. Понял, сэр. Лечусь с помощью Бакты. Я вылечу. Теперь мне лучше. Готов идти, предатель. Жду ваших приказаний. Может быть, надо просто поставить им вот здесь вот охранять. Осмотреть участок. Вас понял. А сам... Ну ладно, секундочка осталась. Ну ладно. Построиться. Строимся, сэр. Внимание, прямо по курсу еще один дроид-паук. Я начинаю ненавидеть этих чуваков. Мама! Приборцы закончились. Бронебойными, цельтесь в ту позицию, живо. Уже иду. Давайте начнем. Кто здесь? А, понятно. Да, блять, почему ты всегда с той стороны, с которой я? Нельзя было умирать чуть попозже. Почему оно не умерло? Так, поднимите мне лицо. Меня попали! Дельта, красиво вышло. Это намного сложнее симуляторов. Действительно. Хватит хромать. Иди, прими Бакту, солдат. Я так, уже думал, что вы никогда этого не предложите. Понял, мне тоже. Применяю Бакту. Теперь мне намного лучше. Чувствую себя хорошо, Дельта. Помогло. Пойдем, светофорчик. И это даже не самая сложная вариация игры. Ой-ой-ой. Взломайте терминал этой двери, Дельта. Так точно, это я на среднем играю. Это, конечно, может говорить о том, что я рукожоп. Чё ты смотришь? Я рукожоп. Почти закончил. Дверь открыта. А там... Проследить, они вызвали супердроидом. Перезаряжаюсь. Дело сделано. Этого надо чекать. Ликвидировать цель.
Кстати, вот ты глядь, бот. Так, поехали в ближний бой. Раз. Где еще? Все? Там лип. Это должно быть тот лип, который доставит нас к мостику. Не исключено. А, вот он. Всем на борт! А какой на борт? У нас тут таражневые хпшки у товарища. И возможен отлет лица. Тревога о повреждении корабля неминуема. Отказ критически важной системы через 5 минут. Немедленно покиньте корабль. Займите на корабле. Противник уничтожен. Отличный план. Отряд Дельта на подуровне 3.0.1. Отлично, Дельта 38. Теперь найдите мостик и достаньте эти коды. Так точно. Вперед, Дельта! Этого корабля скоро не станет. Все, внимание на разрушение. Да. Доложность корабля под угрозой. Немедленно покиньте корабль. Вперед! Что взрываете? О! Пожрать! Отказ критически важной системы. Через 4 минуты. Напомните мне в следующий раз покинуть корабль, прежде чем его уничтожать. Ликвидировать цель. Выполнено. Ликвидировать цель. Дайте мне еще одного. Пойди возьми. Стабилизаторы повреждены. Отказ системы неминуем. Становится все. Начать штурм двери, Дельта. Есть, сэр. Но. Отставить выполнение приказа. Есть, сэр. Прекращаю выполнение приказа. Нет. Держитесь, Дельта. А есть? Стронг-портай. Есть. Шеф, не промажет. Отличный выстрел. Я готов. Бить твою жопу негде. Ну ладно. Отказ критически важной системы. Через 3 минуты. Кажется, у меня лицо немножечко оторвалось. Ликвидировать. По мне стреляют. Ракета влетела. Дайте мне еще одного. Ликвидировать. Что ж вы такие жирные, да, супер дроиды. Это трындец. А есть автобактомат? Твою налево. Откройте дверь. Нужна перезарядка. Ура! И все-таки инвалиды. Держитесь, Дельта, мы почти на месте. Времени совсем не осталось, сэр. Мостик находится сразу за этой дверью. Войдем по-тихому. Сейчас сломай. О, бактомат. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Прекратить процедуры с бактой, Дельта. Так точно, я в ожидании. Как только будьте готовы, командир. Прими бакту, командир. Отлично, дверь открыта, входим. Уже ты пошел. Красивый парень. То, что доктор прописал. Начать процедуры с бактой. Вижу нескольких дроидов, сэр. Дельта 62 раним. Хорошо стреляйте, сэр. Бакту принял.
на спине к факту, Дельта. Дельта 07 ранен. Хоть кто-то, помогите ему. Нам нужно поторопиться. Ну же, Дельта, заберите эти коды и убираемся отсюда. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Уже иду. Отказ от критически важной системы. Через одну минуту. Подними этого жопса. Благодарю за помощь. Защищайте этот терминал. Это наш единственный билет на свободу. Взломать этот терминал, Дельта. Я этим займусь. Разрушители. Критически важная система. Через 30 секунд. Построиться для наступления. Построиться. Мы их уничтожим, отряд Дельта. Ядро с бортами. Критически важная система. Через 20 секунд. Поторопитесь, процесс длится дольше, чем мы рассчитывали. Быстрее работать, я просто не могу, сэр. Отказ критически важной системы. Через 10. 9, 8, 7. Дельта 38, вы меня слышите? 6, от вашего отряда поступают слабые признаки жизни. От нашего отряда не осталось ничего. Целостность корабля под угрозой. Немедленно покиньте корабль. Отряд Дельта на подуровне 301. Отлично, Дельта 38. Теперь найдите мостик и достаньте эти коды. Так точно. Вперед, Дельта. Этого корабля скоро не станет. Такая себе новость. Метко стреляйте, сэр. Это дроид Федерации. Да не застревай же ты! Отлично выполнено. Критически важная система. Через 4 минуты. Напомните мне в следующий раз покинуть корабль, прежде чем его уничтожать. Да, шутник хренов. Иду в укрытие, жду приказания. О! Так, залепить жопу. Гранат нет! Хватит хромать! Иди, прими бакту, солдат! Применяю бакту, сэр. Дельта 40 выздоровел. Стабилизаторы повреждены. Отказ системы неминуем. Нам надо здесь быстро пройти. Перекати свет под прицелом. Ликвидировать цель. Перезаряжаюсь. Дельта 38. Дельта, прежде чем мы сможем помочь Дельта 38, мы должны прикончить их всех. Нет! Они попали в взломщика. Оловянные солдатики. Ну! Блин, они вообще жесткие. Перезаряжайся. Дело сделано. Так, держать. Нужна немедленная помощь. Отнимите мне веки. Сядь! Помогаю взломщику. Мы все тут такие это себе парни. Этот больше нам не враг. Начать штурм двери, Дельта. Безусловно, сэр. Давай сразу, штурм, граната, вход с ноги. Отказ от критически важной системы, через 2 минуты. Времени совсем не осталось, сэр! Назад! Граната брошена! Враг ликвидирован! Устрани противника! Сэр, смотрите, дроиды! Укрытие, Дельта! Перезаряжаешься?
пора отступать-то. Никаких отступлений. Отличная работа, сэр. Дайте мне еще одного. Вперед! Ликвидируйте. Патроны есть, есть патроны, не знаю, что это, гранат нет, 4, нет, 3, 3 тоже нет, отличный план. Отличная метка. Просто затыкать его рукой. Я помогу запал. Давай, поднимай. Мы почти на месте. Да, не успели. Мостик находится сразу за этой дверью. Направляюсь в укрытие. Прими бафту, командос. Понял, сэр. Начать штурм двери, Дельта. Уже иду. Все, не успели. Ложись! Дверь открыта, можем входить. Приступите к слову, Дельта. Иду, лидер отряда. Ты, к бабке, живо! Критически важная система. Через 30 секунд. Меня ранили. Нет! Перезарядка. Больше факты нет, ничего. Слушай, буду использовать. Дельта, ты их все потерял. Критически важная система. Через 30 секунд. Нет! Отлично стреляешь, Дельта. Отряд Дельта на подуровне 3.01. Отлично, Дельта 38. Теперь найдите мостик и достаньте эти коды. Так точно. Вперед, Дельта. Этого корабля скоро не станет. Отлично выполнено. Так, быстрее. Отличись, Дельта. Вас понял, применяю бафту. Так, четверка есть? Есть четверка. Отлично, идем дальше. Важная система. Через 4 минуты. Напомните мне в следующий раз покинуть корабль, прежде чем его уничтожать. Да, да, да. Просто затыкать его рукой! Проклятие, они вышли. Подойдите сейчас перед этим. Вы молодчина, Форд. Начать штурм двери. Приступаем. Заходим с ноги. Назад. Должны успеть. Граната брошена. Отказ системы неминуем. Дроиды приближаются. Да твою-то мать. Я понял. Пусть тяжело ранен, повторяю, пусть тяжело ранен. Просто добейте этих уродов. Нельзя было, просто быстро убейте этих двоих. Красиво вышло. Ненавижу, когда они так делают. И анимируйте мою жопу. Спасибо. Отказ критически важной системы. Через 3 минуты. Вот это убийство. Перемещайся в укрытие. Давай, 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 давай. Держитесь, Дельта, мы почти на месте. Мостик находится сразу за этой дверью. Можешь принять бафту, Дельта. Лечусь с помощью бафты. Быстрее. Приступить к штурму двери. Приступаем к штурму двери. Давай, Дельта, давай, 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 давай. Назад. Ложись. Будь открыт. Давайте набьем и пока. Нам нужно поторопиться. Нужно, Дельта. Заберите эти коды и убираемся отсюда. Защищайте этот терминал. Это наш единственный билет на свободу. Да ты, ёжик. Проклятый дроид. Критически важная система. Через 2 минуты. Времени совсем не осталось, сэр. Дроид разорван. Выполняйте приказ. Я полежу. Я отдохну. Один есть, командос.
умирать. Поторопитесь, процесс длится дольше, чем мы рассчитывали. Быстрее работать, я просто не могу, сэр. Ребята, давайте, мы уже 40 минут пытаемся пройти эту проклятую миссию. Супердроид, коды запуска. Минуту. А я уже... Не надо меня поднимать. Главное всем раздать приказы. У нас есть коды. Отлично, Дельта. Теперь выбирайтесь оттуда. Отлично, теперь поднимите мою жопу, пожалуйста. Боеприпасы закончились. Этот лязгающий звук, с которым они падают. Здесь же есть, вот, автоматная. Мы приближаемся к главному кораблю. Продвигайтесь к заднему стыковочному туннелю. Имейте в виду, что мы собираемся раскрыть его с помощью взрыва. Шикарная новость, на самом деле. Твою налево. А, то есть вы все уже здесь, один я тут туплю, да? Ну ладно, хорошо. Я вас понял. Отойдите назад! Открывайте дверь! Бежим! Рад тебя видеть, Дельта-42! Всем на борт! Было бы чудно вернуться домой на обвинитель! Критически важная система. Да-да-да-да-да! Все. В то время как джедаи получают всю славу, маленький отряд солдат покидает Геонозис, зная, что свое задание они выполнили бесстрашно, четко и превосходно. И это все, что им нужно. Вы открыли доп-материал. Годы непрерывных сражений. А год непрерывных сражений подточил силы республики. Отряд Дельта постоянно выполняет все более сложные задания. На окраине сепаратистского пространства обнаружен потерянный десантный корабль Республики. На разведку были отправлены бывалые командос отряда Дельта. День 367. Война клонов. Звездное скопление Чайкин. Вы, наверное, узнали объект вашего следующего задания. Обвинитель. Десантный корабль Республики класса Глашатай под командованием капитана Матца. Обвинитель был нашим первым домом. Мы провели на нем долгое время. Последний раз он патрулировал сектор Карелия. Защищал торговые пути Республики от сепаратистов. Но больше 2 недель назад мы потеряли с ним связь. Это явно не Карелия. Может, они ушли в самоволку? Не похоже. Со всем уважением, сэр, но это может быть ловушка. Скорее всего, Дельта-40. Вот поэтому мы и послали самый лучший отряд исследовать корабль. Кто-то влиятельный заметил ваше превосходное выполнение задания на Геонозисе. Слыхал, седьмой? Кто-то считает меня превосходным. Такой же, как и ты. Отряд Дельта, приготовиться к проникновению в условиях слабой гравитации. Закрыть скафандры. Удачи. Наркоманы! Команда сработает единой командой, но поодиночке их действия также смертоносны и эффективны, чтобы охватить огромный космический корабль. Отряд Дельта разделился, а они надеются быстро и тихо пройти по кораблю и обнаружить свои цели. Дельта 38. Каждый из членов отряда Дельта был отправлен к одному из 4 центров данных для извлечения критически важной информации. Ваше главное задание – извлечь данные бортового регистратора из центра данных кормовой части корабля, а затем встретиться со своим отрядом и покинуть корабль. Возможно, вам, как лидеру отряда, придется помочь своим товарищам в выполнении их приказов. Дельта на 7 занят извлечением регистрационного журнала датчиков из центра данных правого борта. Дельта 40 высадился на левом борту с декларациями. Дельта, я потерял связь со штабом. Кто-то из вас может с ним связаться? Нет сигнала, сэр. Конец связи. У меня ничего, кроме помех, босс. Конец связи. Никак нет, Дельта лидер. Конец связи. Как вы думаете, что с ним могло случиться? Разве сейчас это так важно, сэр? Ты прав, Дельта-40. Если советник может восстановить связь, он ее восстановит. Тем временем нам нужно получить кое-какую информацию. За дело, Дельта. Ну что ж. Тут будет чуть-чуть покороче, потому что эту миссию мы начнем
в следующей серии. А пока мы потеряли связь и опять разделились с нашим отрядом Дельта, мы заканчиваем в этот раз. Да. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Переходите ко мне еще. Я вас всех обнимаю, целую, жду ваши комментарии, насколько я рукожоп в этой серии. И молодец вообще. Так что, всем спасибо, всем пока. Да, пока.